очень хорошо, что провели площадку по обсуждению социальных проектов партии и взаимодействию с молодежью. На мой взгляд, с нее пошло много таких ключевых итогов направлений работы, которые были поддержаны регионами. То, что непосредственно озвучивал я, это касалось увеличения льготного проезда для студентов во всех регионах. На сегодняшний день в 28 льготы для студентов отсутствуют, а в абсолютном большинстве субъектов они действуют с 1 сентября до 15 июня, хотя студенты учатся до 30 июня. Мы предложили вот это продлить. Сегодня на площадке партийной конференции презентовали экологичный проект «Молодой гвардии». На базе этого проекта будут построены волонтерские штабы в каждом региональном отделении, где ребята будут оперативно реагировать на те или иные ситуации в рамках экологической повестки. Нашей основной задачей является формирование экологической культуры среди молодежи при помощи средств массовой информации, тех мероприятий, которые мы проводим в регионах. Работа с волонтерами, с молодежью, некоммерческими организациями. Коллеги здесь выступали. Презентовали социальный фонд «Добро в действии». Это фонд направлен на поддержку социальных проектов, общественных инициатив и адресную помощь людям. Мы сейчас выстраиваем работу по мониторингу СМИ, по мониторингу интернета, для того, чтобы находить такие локальные проблемы, точки социального напряжения. На площадке партии очень много говорилось о том, что бизнес должен работать с НКО, и бизнес готов это делать. Поэтому будем развиваться, будем делать добрые дела вместе.